Новый пожарный автомобиль был приобретен за счет Соединенных Штатов Америки в рамках выполнения международного соглашения между США и Украиной. Машина уже поступила в распоряжение пожарной части Киевского района. Она полностью укомплектована и оснащена всей необходимой современной техникой, которая соответствует европейским стандартам. Это уже европейское качество защиты наших пожарных. Он гораздо легче, гораздо удобнее, чем те аппараты, которые у нас использовались раньше в подразделениях. Поэтому будем стремиться к тому, чтобы все подразделения перевести на такие аппараты. Пожарное подразделение Киевского района охраняет Национальный Харьковский физико-технический институт и жилой массив Пятихатки. Сейчас в научном центре при помощи американских инвесторов строится современная ядерная установка. В программу обеспечения источников включена и замена пожарной техники. Мы реализуем наш украинский проект с помощью инвесторов американских в лице Аргонской лаборатории. И благодаря финансовой помощи Департамента энергетики США в программу обеспечения работы источников включена также замена пожарной техники. Пожарная техника у нас очень старая, поэтому ее действительно необходимо менять. Пожарный автомобиль уже готов к эксплуатации. Использовать его будут на территории Киевского района. До конца года американцы также передадут новую автолестницу и заменят оборудование пожарной части. Ксения Ручка, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».